Ми продовжуємо наш великий марафон, присвячений до Дню закоханих. І зараз у мене в студії дуже гарні, дуже чарівні гості. Хочу вам представити їх. Майя Заславська, психолог-практик, коуч перших осіб та експерт з емоцій. Вітаємо вас. А також Анна Володіна, засновник жіночої студії удосконалення Лакшмі. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Спасибо, що ви пригласили. Дякую, що прийшли. Тож сьогодні говоримо про кохання без конфліктів. Тож, Майя, перше питання до вас. Розкажіть нам, будь ласка, чим, по-перше, займається експерт з емоцій? Ох, експерт з емоцій займається ізученням состояний всевозможных человеческих. И я всегда говорю о том, что счастье — это не нечто, что случилось с вами случайно. Счастье — это навык. И если так быть кратко, то, наверное, будет правильно сказать, что я учу людей быть счастливыми в комплексе, используя разные технологии, в том числе классическую психологию и не совсем стандартные методы. Як часто до вас приходять пари і кажуть, у нас конфлікт, ми не розуміємо один одного, але дуже кохаємо один одного? Ви знаєте, к сожалению, дуже рідко приходять іменно пари. Обычно приходять хтось із партнерів, хто більш відповідальний, да, і хто заметил быстрее и честно смог себе признать, что есть этот конфликт, и у человека возникло желание с этим разобраться. За мою практику у меня было буквально там 3 или 4 раза, когда прям эта пара пришла, которая между собой не договорились, они пришли к тому, что им нужна помощь. Как правило, приходит кто-то один, либо мужчина, либо женщина, мы начинаем работу, и потом, когда уже второй партнер видит трансформации, которые происходят с тем, кто пришел первый, приходит самостоятельно. Я всегда за то, чтобы никто никого не тянул, и чтобы у человека самого возникало это желание пойти что-то исправить. Чтобы это не было, знаете, там, через ультиматум «иди, я пошла» или там «я пошел, и ты иди». Я всегда за то, чтобы был личный пример, были личные результаты, и второй человек сам захотел тоже вложить свою лепту. Зазвичай приходят жінки? В большинстве, да. Но сейчас я очень рада, потому что очень такая положительная динамика со стороны мужчин. У меня сейчас, вот прям из текущих клиентов, которые сейчас 4 мужчин, это прекрасно. Я прям радуюсь, когда вижу, что мужчины берут на себя ответственность за отношения. И я хочу вам сказать, что с мужчинами мне, как эксперту по эмоциям и стресс-коучу, намного комфортнее работать, потому что мужчины, они более честны, когда заходят в работу. А что с женками не так? А женщины, им очень трудно иногда бывает взять на себя ответственность. Им хочется, ну, как бы, что партнер, как бы что-то, чего-то не то. Но и женщины, им очень сложно, несмотря на то, что мы очень эмоциональны, мы открыты, как ни странно, женщинам очень сложно по-настоящему признать, что же внутри ее истинная, какая причина, какой истинный запрос, что ее по-настоящему сюда привело. Очень часто какие-то есть на поверхности причины, а потом, когда ты опускаешь внимание глубже, всплывают совершенно другие запросы. Мужчины в этом намного честнее, они честны с собой, мне кажется, больше. Поэтому они сразу приходят, озвучивают запрос, и, как показывает практика, это и является их истинным запросом. Пані Анно, а с яким зазвичай проханням чи питанням жінки приходять до вашої студії? К нам в студию приходят в первую очередь за энергией, раскрыть себя, раскрыть свою женственность и за исполнением желаний. И здесь, конечно, когда женщины вспоминают о том, что они являются самыми настоящими творителями, волшебницами своей реальности, и происходит та самая магия, когда начинает в жизни происходить все так, как мы хотим. Я зрозуміла. Зараз трохи відхиляємося до нашої теми. Хочу нагадати всім нашим телеглядачам, сьогодні ми даримо подарунки. Любі наші телеглядачі, дзвоніть в наш прямий ефір або пишіть на Viber про вашу найромантичну історію. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і подаримо вам подарунки, які самі зараз розкажуть наші гості. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем даровать? Мы будем дарить коуч-сессию для пары, либо индивидуальную. Если у человека есть какое-то... Это не обязательно должно быть связано с любовными отношениями, да? Вдруг вы там уперлись в какой-то потолок, или у вас есть какой-то внутренний запрос, или там вот у меня вчера была женская перезагрузка, как ни странно, женщины, там были мамочки, и всплыл запрос, что им хочется на фоне
быть успешной мамой, еще и сохранить быть успешной женой, как ни странно, да, потому что они заметили, что с приходом ребенка не забывают, что они женщины и жены, да, в первую очередь. Поэтому здесь сессия может быть индивидуально под ваш запрос. Если вы в паре хотите, вы можете прийти вместе. Если это либо мужчина, либо женщина, вы можете прийти, мы поработаем с вашими какими-то целями, конкретно вашим запросом. Или... Бывает часто, у людей нет никакого запроса, им как раз нужна помощь в том, чтобы определиться, чего же они хотят. Это тоже welcome. Не упустіть такий шанс, ви бачите, який чудовий дарунок, тому обов'язково дзвоніть і пишіть. Пані Ано, скажіть, будь ласка, про ваш подарунок. Подарок, трансформационная игра про отношения. И это не только про отношения с мужчиной, потому что отношения с мужчиной начинаются с отношениями с собой. Да? И в принципе, да, если посмотреть на жизнь женщины и мужчины, то какие у него, у нее отношения с собой, такие у нее будут отношения с партнером, отношения с клиентами, отношения с любыми людьми. Поэтому в первую очередь начинаем с себя, начинаем с того, что причина всего происходящего в жизни, да, она вот здесь внутри, и строим отношения. Ви можете отримати такі чудові подарунки від наших гостей. Ви тільки пишіть і тільки дзвоніть. Номер телефону у нас 7263326, номер Viber ви побачите на ваших екранах. Ну що ж, повертаємося до нашої теми. Пані Майю, скажіть, будь ласка, яка природа конфлікту і чи варто його уникати? Уникати точно нет. Природа конфликта может быть разная. Очень часто то, что я вижу в своей работе, люди не хотят брать на себя ответственность за отношения. Мы ищем все время виноватых, никто не хочет признать, как я сам себя привел сейчас из точки А в точку Б, как я создал это своими руками. А вторая причина у нас, как ни странно, абсолютно пары не умеют между собой коммуницировать. У нас, знаете, либо если у меня, либо если я чем-то недоволен, либо недовольна, да, я либо это подавляю, либо это бесконечный наезд, да, и всплеск какой-то эмоциональный. И в первом, и во втором случае это очень сложно, потому что невозможно жить вот на этих эмоциональных качелях бесконечно, да, и очень трудно жить, будучи удобной, либо удобным, но при этом несчастным внутри. Поэтому для меня, я то, что в работе своей замечаю, да, то есть я сейчас с вами делюсь чисто такими вещами, наблюдениями из практики. Профессийные. Да. Угу. Это неумение коммуницировать и неумение... брати на себе відповідальність в отношеннях. Це з дитинства все йде до нас? Чи чому ми це не вміємо робити? Адже я, ну, кожен другий не може спілкуватися і не може сказати про свої почуття другій половині або про свої якісь, я не знаю, там, недоречності, так? Звісно, дуже багато йде з дитинства. З дитинства я зараз об'ясню, які моменти, коли дитина намагається висказати своє мнення, а ви йому говорите, ну, типу, ти маленький, сиди, мовчи, ти глупий, мама умніє, там, либо папа умний, я знаю. І кожен раз, коли ви пресекаете своего ребенка, когда он хочет выразить, либо он выражает свое мнение, вы его не хвалите, не поддерживаете, он начинает обесценивать себя и понимать, что как бы собственное его мнение, оно никому не интересно. Поэтому, конечно, ну вот причин очень много. Мы если сейчас начнем разбирать, можно тут 4 эфира делать про отношения и про конфликты в отношениях. А дальше, когда мы вырастаем, почему-то, вот то, о чем я сказала, мы не хотим брать на себя ответственность. Да? Дальше мы уже идем просто по накатанной. И очень я рада сейчас, что есть вот такая тенденция, когда люди хотят это изучать, понимать и разбираться, и учиться этому. И я всегда говорю, когда у меня спрашивают, а что бы вы посоветовали, либо вот скажите, к вам идти? Я всегда говорю, не нужно идти ко мне, либо там к кому-то конкретному. Идите туда и занимайтесь тем, что вам откликается. Если вам в кайф... походы к психологу, ходите к психологу. Если вам нужна психотерапия, вы видите, что вам это, конкретно эти методы, да, вам заходят, вам комфортно в этом, идите туда. Если вам просто спорт помогает справляться со стрессом, идите занимайтесь спортом. Найдите свое, но не нужно бояться, если вы чувствуете, что уже есть проблема, да, вопрос, не нужно бояться обращаться к специалисту с этим, потому что у нас, как ни странно, все-таки, несмотря на то, что у нас, особенно наш город, очень
перенасыщен уже такими специалистами всевозможными разных сфер, у нас все равно люди до последнего будут терпеть и стараться это, знаете, разрулить вопрос с подружкой, сидя на кухне. Но вони ще, я знаю, что соромляться йти до фахівця. Да, да, да. Кстати, вы знаете, у меня большое количество клиентов, мужчин в сфере бизнеса, потому что, ну, как бы, моя одна из таких моих направлений — это эмоциональный интеллект в бизнесе и умение справляться с эмоциональным выгоранием и с прочими вопросами. Вот есть такой страх вообще признавать это мужчина, ему вообще смерти подобно признать, что он, что у него есть слабости, да, и что он там с чем-то не справится. Это конкретно у нас, потому что когда я даже на Востоке и на Западе, у меня был опыт работы с клиентами, там он идет, он получает опыт, и он тут же рассказывает всем, что вы должны пойти, потому что это круто, эти технологии работают, вы все туда должны пойти. У нас, у меня даже был клиент, который приходил и просил, чтобы за час до него и час после него, он говорит, я буду оплачивать это время, чтобы вы никого не назначали. Чтобы потому, да, потому что он боялся с кем-то встретиться. То есть он был готов платить, там, как будто бы это рабочий час, просто чтобы, не дай боже, мы там ни с кем не пересеклись. Настолько страшно. Вот это... Для мене, звісно, загадка. Ми ще повернемося до цього питання. Пані Анна, скажіть, будь ласка, як працює ваша трансформаційна гра про стосунки? Значить, ми, звісно ж, починаємо в першу чергу з себе. Да? Что хочется, почему сейчас этого нет. Потому что если желание не исполнено, если оно не исполняется, ну, например, про отношения, да, если хочется отношений, а отношений этих нет, то значит, есть желание, то почему сейчас этих отношений нет. Вот мы сначала выявляем эти некие антижелания, да, их почему-то больше. И здесь видна полная картина, чего я хочу на самом деле. Это может быть, уже мне настолько понравилось одной, а здесь рядом кто-то будет. Мне вообще ему время придется уделять, да? И есть такое, когда мы открываем рабочий график, вот одна из девушек недавно делилась, да, наша клиентка, что когда она открыла свой график, она говорит, куда мне вписать свидания, когда я буду на них ходить, да? И мы нашли время, и я своей рукой вписала ей эти свидания, потому что, ну, все, что в нашей жизни происходит, ведь это то, о чем мы и вчера подумали, то, что мы вчера захотели, это и есть у нас сегодня. Если хочется только работы и думаем только о работе, то о каких отношениях можете идти речь? Или наоборот, да, бывает перекос наоборот и в другую сторону. Что хочется, чтобы там было изобилие, был бизнес, а вот женщина-домохозяйка и думает только о детях, и некогда нет времени на свое развитие для того, чтобы создавать то, что нравится делать, и что нравится творить. А це не хочеться, це чи не можете, знаете, знайти час для работы або для побачень. У нас нет ничего того, чтобы мы не могли сделать. Мы можем абсолютно все. Это наше желание, не хочется. И когда они правда находят вот 50 этих желаний против одного, да, что правда хочется, мы это все собираем, выявляем там программы и трансформируем. Трансформация дает результат тут же, здесь и сейчас. Вот, да, у нас есть прекрасная история, что сразу после занятий девушки выходят на Дерибасовскую сделать себе селфи, вот пока было красиво, да, вот все вот новогодние, ну, вот этот свет весь новогодний, инсталляции. И ей предлагают, давай я помогу сфотографировать знакомство, да, и следующая фотография у них уже дома, и они все уже, отношения созданы. Поэтому то вот так это... легко это відбувається? Да. Да, быстро, легко. Когда признают, что все, что есть, вот это внутри, это я себе нажелала, я сама создала вот эту жизнь, сами расписывают. Здесь самое важное не получить ответ от кого-то, а они садятся и правильными вопросами проводника расписывают, как же я всего себе этого нажелала. Видят на самом деле, что нажелали, трансформируют, реальность меняется здесь и сейчас. Як це проходить у вас на практиці, ця гра? Тобто приходить людина,
є якийсь коуч, так, який каже, що питає, які у вас є питання до мене, і потім вже допомагає розібратися в себе, так? Я дуже люблю, коли гра проходить, ну, там, жінки збираються групи, 7-10 чоловік, так, більше енергії, і рядом хтось, ми всі друг другу зеркала, рядом хтось говорить о том, що я би, да, навіть не заглянула б внутрі себе це посмотреть. Вот. І вот, групи мені подобається більше. Бувають, приходять, да, на індивідуальну роботу. Здесь ми можемо поіграти, здесь ми можемо і ну, пообщатися, да, так скажемо, з тими же наводящими вопросами. А чим відрізняється індивідуальна гра від групової? Індивідуальна – це буде вот тільки у одній жінці, тільки о ній. Только о ее запросах. Я люблю групповую, больше энергии. А ось, хотела спитати, а як цікавіше? Для меня интересней группой, да, я вижу результат, когда есть группа. Вижу больший результат, да. Кто-то любит индивидуально, да, вот как моя коллега поделилась, есть женщины, которые приходят и говорят. В нашей студии это очень сложно сделать, несмотря на то, что у нас студия огромная, у нас много кабинетов, но просят. Я хочу прийти так, чтобы меня никто не видел. Я думаю, это наша какая-то, да, одесская фишка, чтобы меня никто не видел, чтобы не узнал, что я приходила, что я работала над собой. Это такое некое внутреннее стеснение, которое мы тоже, да, выводим потом ну, в реальность и трансформируем, потому что если она стесняется рассказать о себе, да, при девушке, при подругах, потому что все у нас рано или поздно начинают дружить, то, ну, как же она тогда будет не стесняться познакомиться с мужчиной? Как она будет не стесняться строить свою жизнь? Поэтому... Да. А буває ще таке, що приходить жінка, каже, я хочу індивідуальну гру, а потім каже, все, я готова, коли вже багато людей. Оно обычно так і відбувається. На любой наш курс девушки сначала приходят, получают индивидуальную консультацию, если хотят индивидуальную работу любого курса, да, по женственности, или по отношениям, или по бизнесу, а потом приходят работать в группе. Они понимают, что в группе больше. Понимаю, повертаємося до питання стосовно конфліктів. Скажіть, будь ласка, чи є правильний спосіб виражати свої емоції і як долати конфлікти в коханні взагалом? Хороший вопрос. Перше, признати чесно, які емоції у мене внутрі є. Тому що дуже часто, коли ви достигаєте піка, да, каких-то негативних емоцій внутрі, чоловіку дуже трудно признати, що я кого-то ненавижу. Ну, типа, я же девочка, мне надо всех любить, нужно быть хорошенькой, да? А тут я кого-то ненавижу, ну как это? Вот прям такая. И они начинают там вуалировать, ну ладно, ну не, ненавижу, ну немножко мне не нравится. А нужно признать, что я реально ненавижу. Либо вот я злюсь, ну вот конкретно вот прям осознать эмоцию, которая внутри, дальше не подавлять. Ее нужно выразить. Но, конечно, не пойти, не напихать этому человеку. Это естественно. Ее нужно выразить экологично. Я уже там на некоторых эфирах ваших рассказывала, давала простые методы, как это можно сделать. Если вы понимаете, что у вас очень активна голова, и вы бесконечно думаете о каком-то человеке, да, о каких-то претензиях, можно сделать простую технику. Просто вам нужно сесть из позиции, из трех позиций выписать этот конфликт. Первый — с первой позиции, от своего имени, да, как я вижу эту ситуацию, просто выписать все те мысли, которые у вас там в голове, просто чтобы немножко этот центр разгрузить. Потом с позиции партнера, как он это видит. И третье — с позиции наблюдателя. Это остановит внутренний диалог. Но простое упражнение, но оно реально очень выгружает голову и останавливает ваш внутренний диалог. Второе, если вы чувствуете, что прям сильно у меня негативные эмоции, прям вообще, прям хочется уже ударить кого-то, берете подушку, глубокий вдох, рих в подушку, матерная брань. Думала, вы скажете, берете биту. Ну, можно и биту, если есть что покрушить, потому что она очень важна, эмоции же живут в теле. Если вы достигли уже пика, нужно поработать с телом. Ну, да, понимаете, если вы на пике эмоциональном, не произойдет никакой трансформации, это иллюзия. От того, что вы пойдете сейчас там помедитируете или там еще чего-то, вам нужно уже, если эмоция попала так жестко в тело, вам нужно с телом поработать. Поэтому можно поколотить там подушку, можно, если, ну, реально можно взять там и пойти чего-то там покрушить, выбросить эту агрессию. Лучше вы это сделаете экологично и осознанно сами, чем в какой-то момент произойдет взрыв,
Ну, вы знаете, сейчас немножко неромантичная тема, но вот я когда изучала там психологию всевозможных маньяков, они все такие душечки. Неромантично, але дуже цікаво. Да, они такие все душечки, они такие все мимими. Чикатилу вообще дома била жена. Він був гарним сім'янином? Да, і вона не вірила. А там же люди приходили, коли був суд над ним. Це дуже цікава, на самом деле, личність для изучения. Коли був суд над ним, а там люди були в шокі, там, які у вас сусіди, ближні, окруження, вони говорили, ви що? Ну, це самий милий вообще чоловік на планеті Земля. Жена його сміялася і говорила, він убив, ви що? Там, я, типу, можу його там поколотити ще, якщо що, кого там він може убити. А чоловік, ви розумієте, який там рівень подавлення? Вона його унижала постійно. Проезжая по его мужскому достоинству, что вообще для мужчины такая очень хрустальная, трепетная тема, она его унижала очень жестко. Он шел и вымещал эту агрессию доступным ему способом. Поэтому, чтобы не случалось вот таких взрывов жестких, вы лучше будете делать это экологично сами. И вот потом уже, когда вы сделали это, когда вы восстановили свой внутренний диалог, когда вы выразили все свои негативные эмоции, вот тогда уже можно идти на коммуникацию с партнером. Чтобы вы с ним разговаривали не через призму своей боли и обиды внутри, и своей претензии. Чтобы вы уже пришли такой, ну там уже, знаешь, полный дзен уже внутри. Ты пришла и говоришь, значит так, я хочу тебе сказать, вот когда ты поступаешь вот так, я чувствую себя вот так. Не через наезд к партнеру, да, что ты вот такой-такой-такой, набрасывая туда эпитетов интересных, да, а просто, когда ты делаешь так, я чувствую себя вот так. Що жінці ніяким чином не треба говорити чоловікові, аби його не принизити? Ніколи в житті не розказувати о своїх бувших партнерах. Угу. Ніколи. А буває таке цікавляться, знає? А ну розкажи-ка. Ти у мене перший. Дорослі жінці. Знаєте, як в той пісні, хто у нас не перший, тут у нас второй. Ну зачем? Угу. Мужчинам це не нужно. Девочки, если вот так, как, если такой честный и близкий, как с подружками разговор, вам это потом аукнется 100%. Как бы ваш партнер вас не любил, да, в момент какой-то боли и какого-то отчаяния он вам это припомнит, это 100%. Поэтому это те вещи, которые рассказывать не нужно. Дальше никогда не нужно мужчину критиковать. Можно прийти и выразить свое мнение, да, там, вот есть женщины, знаете, вот она прям видит, и вот она лучше знает, как ему нужно сделать. Даже если ты 300 раз знаешь, как это реально правильное видение решения, знаете, как это нужно сделать так, чтобы мужчина подумал, что это его решение. Или можно просто сесть и с ним поговорить, задавая ему вопросы так, чтобы в ходе вашего разговора он сам пришел к этому решению, он тогда будет этим гордиться. А як часто до вас приходять саме чоловіки і кажуть, в мене жінка, в мене кохана людина аб'юзер, вона мене б'є, вона мене принижує? У мене такого не було ніколи. А ви про це чули? Конечно. В практиці ваших колег? Конечно. Конечно. Ну, в моїй конкретно практиці такого не було ніколи. Ну, звісно, це є. Але рідко? Рідко. Частіше аб'юзери у нас чоловіки? Чоловіки, да. Що ви радите таким жінкам? Обращатися за допомогою, не боятися і не терпіти. І уходити вовремя. Из таких отношений. К сожалению, у нас, я не знаю, у нас женщины просто терпилы 80 уровня. У нас женщины уходят из таких отношений только когда уже есть очень какие-то жесткие там травмы, когда уже там дошли уже побои до ребенка, когда уже прям она несколько раз лежала в больнице, и только потом она уже принимает это решение. Для меня, вот знаете, если честно, это загадка, почему так. То есть какое-то такое терпение у наших женщин резиновое бесконечное. И я за то, чтобы из этих отношений женщина уходила сразу. Это самое правильное для нее и для ребенка. Это у нас еще за радянских частей. Да, но ну, понимаете, у нас было так. При любых условиях нужно как бы сохранить семью. Я в своей практике тоже всегда за сохранность семьи, но если это можно сделать, если это реально. То есть если приходят люди, там ты смотришь, никаких прям жестких таких причин для развода нет. Я всегда сделаю миллион и еще один шаг, чтобы эту семью сохранить. Но если там какие-то абьюзивные отношения, если там какие-то абсолютно неэкологичные, там с какими-то наркоманами, зависимыми, это иллюзия, что он исправится и станет другим. Нужно уходить сразу. Просто женщина в этих отношениях, либо мужчина, теряет самое ценное. Это время своей жизни. Так, то у вас приходят и чоловіки, чи лише жінки? Вот сейчас мужчины начали приходить,
они, видимо, видят, да, развитие женщин, видят эти результаты своих женщин, женщин вокруг, да, в каких-то компаниях слышат, да, о том, что сейчас женщины развиваются. И приходят, приходят, просят, ищут, спрашивают, да, где идти, где обучаться, где развиваться. Да, вот время пришло, да, когда мужчины тоже хотят. А приходить так, наприклад, жінка каже, в мене є конфлікт в сім'ї. Я не знаю, як це вирішувати. Допоможіть мені, будь ласка, за допомогою вашої грою. Ну, у нас не только игра, да, у нас есть и психология, и эзотерика, и физиология. Мы работаем на разных уровнях. Сначала выясняем, какой конфликт. Все конфликты начинаются у нас внутри. Нужно смотреть, что это было. Недолюбили в детстве, тогда она требует от своего мужчины любви. Да, еще есть у нас такое половинки. Вот с самого начала искать свою половинку. То есть это половина женщины находит половину мужчины. Они не могут вместе соединиться. Они все время будут что-то у друг друга требовать. Любовь, там, не знаю, ты мне должен купить продукты, ты мне должен купить то. Ты со мной познакомился, уже должен купить машину, квартиру. И так далее, и так далее. И женщинам кажется, что это правильно. У мужчины в чем-то своем кажется, что это правильно. Но когда мы отдадим все долги себе в первую очередь, что хочется, машину, ну, так значит, иди купи себе машину, да? Или если хочется любви, то пора открывать любовь в себе. Пора полюбить себя. Тогда, ну, никто извне не придет, ни мужчина, ни женщина, и не сделают нас счастливыми. Мужчина приходит к счастливой женщине, да, когда он тоже хочет быть счастливым. И точно так же и женщина. Она выбирает счастливого мужчину, когда она хочет быть счастливой. Если у них есть что-то, что внутри недостает любви, да, тогда они ее будут требовать. Требования — это уже немножко другие вибрации. И там начинается что? Любовь, добиться любви через агрессию. Да, вначале, может быть, и добьется 10 раз. Скажи мне, что ты меня любишь. Да? Но а через несколько лет он уже как, ну, гаркнет ей про любовь, что он не хочет ей больше об этом говорить, потому что ему будет достаточно, вот, то тогда это уже, конечно, конфликты. Як допомагає психологія в конфліктах, я розумію, а ось не дуже розумію, яким чином допомагає езотерика. А наповнення себе енергією, це ж воно і є. Як наповнити себе любов'ю? Як? Тільки енергетично. Да, чувствовать, почувствовать, что внутри не хватает. Вот это наполнение женщины. Предназначение женщины — каждый день получать удовольствие и наслаждение, быть энергией наполненной. Женщина мужчине энергию передает, мужчине тогда достаточно, потому что мужчина берет энергию у женщины. Если ему будет недостаточно этой энергии, для него это еда, да, скажем, вот таким простым языком, он тогда пойдет и покушает в другом месте. Любой голодный мужчина пойдет, да и женщина точно так же, пойдет тогда и покушает в другом месте. Поэтому, ну, энергия. Енергія в першу чергу. Дякую за відповідь. Понімаю. А чому люди віддаляються один від одного? По різним причинам. Основна? Основна – відсутствие общих інтересів і цілей в житті. Понимаєте, у нас дуже часто відносини створюються. Я завжди говорю, почему ви в 30 ніколи не будете прямо так уже прямо вот так ярко испытывать, як в 17. Тому що тоді це була більше фізіологія, гормони і так далі. У нас люди почему-то дуже сильно йдуть за вот этой гормональной реакцией. Да? Вы знаете, я в какой-то момент в работе своей, используя разные методы, пришла к тому, что я хочу опираться на науку. Это то, что нерушимо, незыблемо. И весь мир, вся вселенная, все пространство, все подчиняется определенным законам. Знаете вы это, не знаете, как бы вы к этому ни относились, все подчинено определенным законам. Вот сделал он вот так, возникла вот такая эмоциональная реакция, выбросился вот такой гормон, и твое тело подсело на такой гормон, да, и вы там вот в таких-то отношениях. У кого-то это кортизольчик, поэтому люди живут в этих абьюзивных отношениях, им по кайфу. У кого-то это там эндорфинчики, и им тоже хорошо, по кайфу они в этом живут. И очень часто первая причина, знаете, вот
это просто какой-то некий гормональный всплеск, который случился внутри. И люди, все, это любовь. И она побежала, понимаете? Там, либо он уже побежал. Волосы назад, понимаешь, босиком по росе мы мчимся навстречу этим отношениям. Потом, знаете, гормональный всплеск, вы же понимаете, что если есть взлет, будет падение. Потом раз, и ты смотришь, и ты понимаешь, что у тебя, в принципе, ну, как бы все. Я не знаю, можно эти слова в эфире говорить? Скажите, еще это не мат. Нет, ну не мат, я про секс, да. Ну, как бы заканчиваются сексуальные отношения, вот эти вот страсти. А дальше ты смотришь, а мы как бы ничего не построили. То есть мы были только сексуальными партнерами. Секс — это самая мелкая монета в отношениях, понимаете? Его значение очень большое. Но если это только единственное, на что вы опираетесь, то это дорога не в никуда. И когда заканчиваются вот эти вот страсти, мордасти, как я говорю, очень важно, чтобы у вас возникли какие-то общие цели, общие интересы, чтобы вы... Для меня любовь — это не когда мы смотрим друг на друга, держимся за ручки, да, это когда мы смотрим в одном направлении, как бы это банально ни звучало. Когда у нас есть какие-то важные, более высокие цели в жизни. Не в смысле прокормить детей, там, да, а я говорю о каких-то, хотите назвать там, это предназначением, да, какие-то более масштабные вещи, чем просто бытовые вопросы. Вот тогда на почве этого можно выстраивать очень длительные и счастливые отношения. Потому что, понимаете, вот эти вот кризисы, которые есть в отношениях там, 1 года, 3, 5, 7, 10 лет, они же не случайны. Они же тоже продиктованы определенными физиологическими изменениями у мужчины, у женщин, там, появлением ребенка и так далее, и так далее. И если вы опираетесь только на вот такие мимолетные какие-то эмоциональные вещи, это, ну, это очень быстро закончится. Если вы понимаете суть отношений, вы готовы в это идти, брать на себя ответственность, то вам эти кризисы будут не страшны. Это, знаете, как немножко качнет вашу лодочку, но вы дальше себе, наоборот, дальше каждый кризис в отношениях, он только укрепит такую семью. И вы, пройдя вот этот маленький шторм, да, вы будете смотреть на своего партнера и думать: «Господи, спасибо тебе, что я когда-то встретила этого человека». Я, знаете, как в той песне, ты бы пошел с ним в разведку, нет или да? Да, пошел бы в разведку, и вообще везде, и в космос, и на Луну бы полетела бы только с этим человеком, потому что я знаю, что он мой друг, соратник, единомышленник, партнер, любовник и так далее, и так далее, и так далее. Ну і в завершення нашої з вами розмови таке загальне питання. Як навчитися працювати над стосунками спільно разом? Пані Анна. Як навчитися вместе? Ну, я що здесь можу посоветовать? Конечно же, при любых вопросах посещение психолога. Женщина должна заниматься вообще в жизни тем, что ей нравится. Разрешить мужчине делать то, что ему нравится. И убрать все зависимости, да, друг от друга и оставить только любовь. Потому что самое важное, да, мы можем говорить о многом, но самое важное — это любовь. Вот если она есть внутри, то можно так сделать, да, вот вдвоем брать дерево, да, кусочек дерева, и подкидывать в свой камин любви. Вот это важно делать. Не забывать об этом, да, не думать, что все, я вышла замуж, и мне больше ничего не нужно делать. Нужно делать в два раза больше. И то же самое и мужчине. Собираться вечером, зажигать этот камин и вдвоем дровишки подкидывать. Дякую, понимаю. Я хочу вам, знаете, что сказать для немножечко отступления, да, такое, по поводу работы над отношениями. Ко мне вот иногда приходят девочки, там, она месяц в отношениях, вот она пришла работать над отношениями. Я всегда говорю, если вам в первый год нужно работать над отношениями, то это не отношения, из них нужно выходить сразу. Потому что это вот такая уже проверочка. Потому что, скорее всего, если ты пришла, то к тебе есть претензии, какое-то там недовольство, да, где-то нарушение твоих каких-то границ и так далее, и так далее. Это уже очень плохой звоночек в начале отношений. А дальше, если мы сейчас говорим о семье, у которой, или там о паре, да, у которой они там длительное время уже вместе, и реально там в силу каких-то моментов возникают вопросы, что нужно делать? Нужно в первую очередь быть честными с собой, и понимать, что если любви уже нет, то не нужно ничего придумывать и никого притягивать за уши, чтобы это спасать. А если любовь все-таки есть, но есть какие-то моменты, с которыми нужно работать, нужно не бояться обращаться к специалистам. Итак, кохання без конфліктів. Топ-5 порад від вас, пані Ану. Дуже коротко, будь ласка. Любіть себе, любіть людей вокруг, завжди робити те, що хочеться, наповнятися енергією,
и ценить каждый момент, чувствовать свой каждый момент, не лететь в будущее, не жить в прошлом, жить здесь и сейчас. Понимаю. Быть честными, брать на себя ответственность, опираться только на любовь, не тянуть, как я уже сказала только что, да, за уши, если любовь закончилась. Честно уметь признавать, что все, и ставить точку, вовремя ставить точку. Если вы понимаете, что шансы есть и вам хочется, да, конечно, нужно над этими отношениями работать и не бояться привлекать людей, которые вам, специалистов, да, не просто людей, специалистов, которые вам могут в этом помочь. И самое важное — помнить, что отношения — это всегда история о двух людях, а не об одном человеке. Поэтому вот двое в отношениях всегда должны понимать, что это их ответственность. Не чья-то, кого-то одного, потому что он там старше, сильнее, выше и так далее. А что это ответственность нас двоих. Понимаю. Пані Ано, дякую вам за фахові поради. Ще раз нагадую всім телеглядачам, сьогодні до нашої студії завітала Майя Заславська, психолог-практик, коуч перших осіб та експерт з емоцій, а також Анна Володіна, засновник жіночої студії удосконалення Лакшмі. Дякую ще раз, що ви цей день разом з нами. Ми продовжимо наш марафон кохання, але зараз пауза, потім повертаємося до нашого прямого ефіру, залишайтеся з нами.